Так, приветик, дорогой зритель, я продолжаю проходить игру Cry of Fear. И со мной опять Алексей. Всем привет. Так, тут что-то было, какие-то статуи, какая-то херня. А, я помню это место, ох, там и намучился в свое время, но оно проходимо, в принципе. Там, короче, нужно определенный порядок выставить. Так, с описанием. Я прочитала, что какая-то птица прилетела на юг, потом король всех зверей взлетел выше, чем сова. И что-то там, короче, сделала. Ну да. Четырехлапый какой-то зверь. Это я не знаю. Ужасно мелко написано. Прикол в том, что тут даже нельзя, вот нету этого снизу, типа, надписей. Нормальным шрифтом. А я в итоге это самое полез, потом в интернете прочитал текст и уже сам догадывался, что надо делать. Equestrian beast didn't want, ля-ля. И какая-то еще херня на запад, короче. Подожди, пойду посмотрю вообще, какие там звери были-то. Так, вот у нас... О-о-о, слава тебе, яйца. Я же говорю, что я помню, что это такое. Да, ты помнишь, раза с 15-го. Раза с 15-го я сам так же долго разбирался с этими сторонами. Это как так получается, что эти два придурка на... Получается, на... Где они вообще были-то? Эти два придурка по кнопкам. На западе? Запад. Это, наверное, лев за лошадью бежал, что ли? Ну, видимо, да. Ну, а те два дебила, как я и говорила. Вернее, как я говорила, этот сова на юге. Короче, наконец-то, аллилуйя. Еще одна пушка, круто. Это же мне куда столько пушек-то девать? Ну, тут уже, да, вопрос. А чё вообще? Снайперка пригодится сейчас. Ее нужно взять по-любому. А то вместо чего ее брать? Это лучше вместо дробовика. Потому что пистолет, для него патроны еще будут, в принципе. Его лучше оставить. А дробовик, они редко будут встречаться. У меня еще есть М16. М16 тоже можно ставить. Против сильных врагов. Точнее, вариантов особо все равно нет. В связи с количеством патронов. Ничего себе. Да я снайпером буду. Придется побыть, потому что сейчас будут специфические враги, насколько я помню. И довольно неприятный. Подожди, это я вышла. Откуда ж ты, сучка, взялась-то? Респаун. Не было никого, и вот тебе на. А чё теперь-то? Это там теперь что-то открылось? Да, где-то что-то было. А, там открылась, ещё. По-моему, вот эта, которая была в заборе, дверь. Решетка. Точнее, ключ у тебя теперь от нее есть. Да-да, точно. Пойду-ка я дробовик возьму. Почему бы и нет, правильно? Дробовик? А вместо чего? Вместо пустого места. Я ключ использовала. А, ну да, точно, ниже сюда, просто использовала. Та-да-дам! Вот и все. Это было не так сложно, на самом деле. Нет, сложно было с этими зверями. Ой!
Вот против кого надо снайперку, походу. Да, да. А его. Кто там такой? Там кровать. Кровать, ты прикинь! А чё мне так стрясёт? Не знаю. Шняк какая-то. И они плюются. Чего его так трясёт-то? Ну, вот так вот. Снайпер из него не подышит. Ну правильно, так столько ширяться, блин, наркоман. Жесть. Кровать. И не просто кровать, она летающая. Еще и плюющаяся. А, нет, ну придется там зомби, а как бы она еще и перевернута. Так, подожди, надо наладить тут свою систему. Что у меня тут? В чем дело? А почему ты не хочешь брать ее в быструю эту? А он снайперку не хочет в быструю брать? Да. Или это опять какие-то лаги, и у меня сейчас все вылетит нахрен? По-моему, он и не берет на быстрый слот. Говно, дерьмо. Так, подождите, там еще сзади что-то было. Я хочу все исследовать. Во, тут какие-то книги. Ой, это, наверное, не книги, это эти самые-то. Вон кровать. Ну, тебя трясет, чувак. Мне уже некуда шприц взять, ты прикинь. Ну, можно использовать, в принципе. Ладно, я пойду сюда, посмотрю, что тут. Если тут ничего нет. Еще где? Ой, ой-ой-ой, это где, что, как? Где-то кто-то еще. И вот так трясет, что ничего не видно. Вон там, по-моему, наверху. Да, за кустами, с деревьями. Еще нету его. Ну, мужик, у тебя трясучка. Ну, пора уже использовать шприц тут. Тут еще какая-то дорожка. Развилочка. Блин, кровать, реально целая кровать. Трындец. Интересно, девки пляшут. Ладно, пойдем туда. Крутяк вообще, просто супер замечательно. Ладно, хотя бы я уже знаю, как это делать. Так что сразу можем озвучить даже, ключ. Как это делать. Это делать так. Сова на юг по кнопкам. Орел на север. И остальные на запад. Все по кнопкам. Ой, я забыла. Ты прикинь. Она сдохла от одного выстрела. Походу, я ей хорошо захедшотила. Ну, все-таки винтовка — это сила. Что там винтовка? Это все я. И ты тоже. Ну, как бы винтовку умела. Я снайпер, ты чего? Я, кстати, обожала АВП в CS. Возврат назад, подобрать этот пистолет. Я знаю. Хрен тебе, кровать. Не, ну надо же такая прыгнуть, конечно. А ты говоришь еще, что Андрей, держи бодрее, наркоман. Вот кто наркоманы, авторы твоей любимой игры. Мнение, что люди, придумывающие такие вещи, они под чем-то их придумывают. По крайней мере, придумывают. Делают они уже, я думаю, в здравом уме. Зря ты так думаешь. Если у тебя не хватает фантазии до такого, то это не значит, что как бы у всех не хватает. Так. Надо брать сразу винтовку.
кровать я пришла к тебе. Еще не в первый раз. Да ты охренела, кровать. Конец охреневшая кровать. Вообще, это, конечно, приятно, этот Silent Hill. Там были кровати, как бы, правда, не летающие, но все же. Ну и трясучечка. Руки трясутся, ты, Нарик, блин. Что ж там было, мне интересно. Меня пускают и туда, и туда. Туда и сюда, и куда мне идти? Кстати, и ХП у меня полное. А, ну да, меня же не покоцала эта тёлка. А там с деревьями еще одна мэр. Ага, я вижу. Че, он меня выстрелит, а я ему покажу фак. Эй, ты! Эй, ты! Дохни! Давай, дохни, дохни, дохни. На тебе. Готов. Не знал, с кем связался. Пойдем проверим, что здесь у нас хорошего есть. У нас есть минивэн, патроны, дверь, лампа и закрытая дверь, в которую нам надо будет как раз таки вернуться. Да, но это будет не очень сложно. Ну, пофиг как бы, что нам. Мы же никуда не спешим, правда? Это точно. Ну, если не брать в расчет вот эти вот все головоломки, их я нахрен вырежу все. Оставлю только final version. Ибо нафиг нам это все, правильно? Это точно. Лишний мусор нам не нужен. Как я называю? Тупняк? Сейчас, наверное, будет что-то жестокое. Сейчас какие-то тормоза. Что-то жестокое. Ну да. Видел, да? Это я заметил. Опа, еще магнитофон. Сейчас у меня... Жестокие тормоза. Да. Это, слушай, подожди-ка, меня назад выпустят? Да, выпускают, молодцы какие. Хорошо. Все супер, все отлично. Идем дальше. Ударим мешок с мусором. Миссия выполнена. Ничего не даст. Game over. Ой, лямба. Притурок. По голове было. Они такие красавчики кривые вообще, я с них фигею. Ну да, они... Я, наверное, так же выгляжу, когда пытаюсь из снайперки стрелять. Алло? Алло? Закоптал. Там, короче, звенит что-то, звонит. А, это у меня звонит? Или нет? Это у меня, наверное, звонит. О, вот. Алло. Симон, это ты? Я тебя не слышу. Кто это? Симон, это Со... Где ты? Откуда у тебя мой номер? Можешь мне помочь? Что за хрень происходит в городе? Короче, мне нужно поговорить, я на какой-то крыше. Что ты на крыше? Я не слышу, что ты говоришь. Алло, алло, ты там? Вот говно. Что за страшные звуки? А главное, почему он не пытается никуда позвонить, там, в полицию или еще куда-то? Странно вообще. Один раз он пытался, но тогда не было зоны. Может, еще... Нет, сейчас показывает, вроде есть зона. И мама, кстати, ему все время пишет, что он, сволочь, не отвечает. А, у него кредита нету. Ну, правда, в полицию можно было. Можно, да, бесплатно позвонить. Ну, что ж ты хочешь? У него трясучка, он не соображает. Во, я зашла сюда-таки. О, я открыла вообще. Замечательно. Там скоростной. Скоростной красавчик. Ай, блин, тут ты это вообще. Тут их много было. Судя по музыке, да. А мы что, вышли? Куда мы вышли? Лучше по одному выманить. Ну, я уже поняла. Нафиг мне. Нафиг мне мясо. Мясо мне не нужно.
Бежит, 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 бежит. Ау, ау, ау. Музыка ужасная какая-то началась. Там он еще один бежит. О, два бежит, два бежит, два бежит. Вот это уже серьезная проблема. Ай-яй. Ты, блин, где ты? Трус. Сейчас надо назад и там шприц лежать. Ну ты кэп. Ну, сказал, за проделанную работу надо отдать должное. Видно, что старались люди. Не, ну да, прикольно, прикольно, не спорю. Но лагает, конечно, порой жестко вообще. А что самое главное, даже... Даже не просит за нее денег. Где мой дробовик, дробовик, дробовик? Где моя это... Что за хрень? Где моя дубинка? А, я же ее выбрасывала. Ай-яй-яй. Ну да, вот такой вот небольшой файл. Ну ладно, не хочу я грузиться. Где вы, сволочи? Один из них почему-то сзади прибежал. Понятия не имею, откуда, сколько жопы он меня догнал. А, здесь я помню, надо будет кое-что найти. Дай угадай. Угадаю. Иголку? Что-то в этом роде. Хотя иголок мы уже, как бы, мы собираем их, кстати. Но для начала понадобится лопата. Мы застрелимся и закопаем себя. А мы вышли на другую часть улицы, походу. Тут было заблокировано. Нет, сначала мы... Подожди, сейчас попробую дверь. Конечно же, все закрыто. Но монстров, походу, мы всех уже тут выловили. Так что можно идти в середину. И смотреть, что мы пропустили. Какой-то фонтан. И опять какая-то сраная карта. Waspet Gardens. Какие-то, короче, кровяные рисунки на ней. Я вижу крестик, но надо что-то выкопать, походу, да? Да, в этих местах надо будет искать кое-что. Вот тут есть черные, а тут везде красные. А где лопата? А, я еще не знаю. Вот она. Вот она. Эй, вот она. Вот она, вот она. Так. Пойдем копать. Картошка. Картошка уже, кстати, вся выкопана. Будем копать сейчас патроны. Это круче. Это точно. Так, значит, там сверху за кругом. Сверху за кругом. Вот тут точно где-то есть. Сейчас будем по карте все делать. Либо фигли. Вот тут вот. Да, вот она. Тут, по-моему... А, тут шприц. Замечательно. Вот... Надо их, короче, собрать в кучку. И около двери там кинуть. Красота, слышь. Вот так бы они валялись бы все. Да. По парочке. Было бы удобно очень. Но неинтересно. Никакого челленджа. Нет, на самом деле игра слишком сложная. Ну, я бы не сказал, что она прям уж слишком сложная. Слишком сложная. Надо себе мозг еще так сломать. Теперь смотрим. Еще вон там за дорожкой есть. Патрончики. О, вот он ключик, вот он ключик. У меня тут уже везде, короче, залежи пушек. Ничего не помещается.
Надо пойти дверь отпереть. И обратно забрать свою. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Кровать. Ах ты ж, сволочь, этакая. Какого ж хера ты появилась-то? Иди ты в жопу. Я как раз, по-моему, выкинула свою снайперку. На! Еще одна, ах ты ж говно. Матрас ты, блин, смердящий. Все. Надо пойти сохраниться. Да, самое время. Можно еще кучки, конечно, поискать. Нет, сначала пока сохранюсь, потом уже. Да просто никто не будет такое смотреть, ты че? Еще. Кому надо, примотаю. М16, вот, пожалуйста. Ну, короче, может быть, уже хватит? Ну, может и хватит. Пойду-ка я еще раз сохранюсь. И пойду в дверь наконец-то уже. Я бы с собой набрал шприцов. Они лежат там за дверью. Так-то, короче, надо лопату выбрасывать, я думаю. Прямо вон здесь, где она лежала, можно выкинуть, чтобы не искать потом. Ну как бы у меня здесь дробовик, поэтому мне ничего не остается делать. А вот то, о чем я говорил. Ну я сохранилась как бы. А может так и должно быть? Может быть. Я честно не помню. Красота, конечно. Волшебная лопата. Ладно, ладно, у нас вот шприцы валяются. Сейчас посмотрим. Игра меня просто не щадит. Выбрасывается. Кстати, посмотрим, сейчас лопата исчезнет или нет. Да нет. Вот сейчас все в порядке. Ай-яй-яй, лопата, ай-яй-яй. Ну а сейчас, интересно, выкинется игра или нет? Вот это вопрос, вот это я понимаю. Шприцы лежат. У них все хорошо. Главное, чтобы у нас тоже было все хорошо. Без вылетов. Давай, игра. Осиль. Осиль. Есть. Осилила. Молодец, красава. А вот и то здание. А что, тут плохо все, да? А нечто странное здесь произойдет. Не, хотя, ты знаешь, здесь везде все странное происходит, поэтому это, наверное... Я слышу монстров. Подходит под описание. Никакие двери не работают, и велик тоже почему-то нам не подходит, хотя можно было бы проехаться по лестнице. Вниз головой? Нет, вверх головой. Elevator won't work. The door won't budge. Понятно? Не поддается, не открывается. Заперто. Впрочем, как и везде. О, я куда-то вошла. Сейчас будет что-то плохое, я чувствую, я знаю. А оно будет. Вангую, вангую. Где ты? Там, наверное, сидит. Там пушка? Нет, там магнитофон. Куртка. А где вообще... Где эти куртки использовать? У меня тоже такой вопрос возникал. А, куртка, она, по-моему, дает тебе ачивку какую-то. Короче, не критично, не важно. Да, геймплея. Кружка красная. Как будто я ее взять могу.
Это... взять ее нельзя. Это было бы как в этом, блин. Как же, в Риддике. Помнишь, как Риддик кружкой убил кого-то? Я все время вспоминаю про этот момент. Поэтому, слушай, я думаю, это в игре такая хрень, а это у меня за окном, получается, фейерверки где-то. Ну, так это суббота. Же здорово. Суббота? Суббота, ты чё? Праздник, все такое. Мне кажется, что я могу отсюда вылезти. Ну, тоже есть такое мнение, но лучше пока наверх сходить. Там, если пойдешь назад, поднимешься еще выше, по-моему, шприц еще один будет. Или патроны. А если я пойду вперед? Что будет, если я пойду вперед? Ну, это просто уже их не сможешь взять. Сейчас будут прыжковые упражнения. Да ну нафиг вас всех. Пойду-ка я реально вперед, наверх и так далее и тому подобное. Ну ничего себе, там стреляют. Нифига себе. Хотел бы я это увидеть. Я сама этого не вижу, кстати говоря. Вообще непонятно, в какой-то стороне все происходит. А это слышно вообще? Да, слышно, неплохо так слышно. Обалдеть. Я сначала можно. Не понял, что происходит, а потом дошло. Потом, когда я сказала. Угу. Не, ну просто по звуку не сразу определишь. Да я сама в наушниках сидела, думала, что это такое вообще. Неужели это в игре такая чертовщина? А, так вверх-то нету уже лестницы. Ясно, я-то думала, что сейчас еще выше поднимусь, а хрен, а где ты говоришь шприц? Здесь нет, могло что-то лежать. Нет, тут нифига. Я точно помню, здесь лежал шприц, когда я играл, я его здесь подбирал. Ну, как видишь, все не так просто. Может быть, и топора нету. Я бы его заметила, наверное. Это да, может быть. Все может быть. Вот так вот. А то ты все думаешь, что я слепая, слепая, а вот хренушки. Нет, я так не думаю. А вот фигушки. Все я нормально вижу. Даже без очков. Ну, собственно, я уже сохранялась, так что... Можно, можно идти смело. Можно прыгать, короче. Ну да, только не разбиваться. Жизнь говно, надо прыгнуть. А ты говоришь, кстати, прыжковые... Да. Прыжковые эти... Все, вроде перестали стрелять. А нет, не перестали. Ну да ладно. Прыжковые упражнения — это здорово. Слушай, мне кажется, мы тут уже на часа три серию сделали. Нет, здесь один такой момент очень большой. Куда идти? Там как, блин, ну чё себе они там стреляют. Да. Слышишь, да? Здорово. Ну? Готов. Это дети опять эти, мутированные. Мутанты. Блин, ну тебя... Штырит, чувак. Прицелиться нереально просто с такими руками. Вот, блин, чертовщина, реально. Да, по крышам ничего. Какие-то кровати летающие летают. Ничего так сделано. Так, дизайна. Теперь вопрос. Либо вниз, хотя здесь лестница есть, можно вниз пойти, почему бы нет. А потом, я так понимаю, туда? Ну да. Ты будешь юзать эту лестницу вообще или как? Здесь не хочет. Высоко. Не хочет он ее юзать. Сколько патронов? М16. Явно что-то неспроста. Да? Как я уже говорил. Интересно. Нечто ужасное. Да? Да, оно уже, по-моему, много раз было, это нечто ужасное. Мне отсюда прыгать или сверху? Да. Ну, лучше, конечно, сверху попробовать. Сверху, там мне безопаснее кажется. Было бы. Ну да, можно тебе немножко здоровья. Ну вот я тоже так думаю. Ты имеешь в виду вот на ту крышу, что ли, прыгнуть? Ну уже не критично. Ну уже это сама понимаешь. Уже не важно. Да. Вообще я думаю, что надо заканчивать эту серию. Потому что слишком уж мы долго сидим. Даже если я вырежу, там будет очень долго всего. Ну минут 30, я думаю, должно хватить. Точно хватит. Так что спасибо всем за просмотр и всем пока. Всем пока.